Итак, я надеюсь, что ракурс нормальный. Приветствую в новом выпуске тест-драйва, такого экспресс-тест-обзора. И в этот раз мы будем с вами тестировать вот эти маленькие, такие вот миниатюрные треугольнички. И несмотря на то, что они кажутся на первый взгляд идентичными, на самом деле они даже от разных производителей. Все это Корея, конечно же, и... Почему, конечно? Потому что такие все самые интересные масочки обычно выпускает именно Корея. И мы с вами в одном из шопинг-влогов прошлых были в Одессе, Гагарин Плаза. Там есть японский магазин. Посмотрите обязательно выпуск про него. Там очень много интересных корейских прибамбасов. В принципе, цена такая средняя. Не могу сказать, что она какая-то особенная. Средняя цена на такие штучки. Вы помните, что мы там приобрели вот такие вот масочки. Первая голубая — это baking powder, скраб, который просто должен производить чудо с вашей кожей. Его можно использовать от 18 лет. И это Etude House. Вот это коричневенькая pumpkin sleeping mask от бренда Too Cool For School. Тоже Корея. И она успокаивающая, ночная. Заявлено, что очень быстро впитывается. Если вы не с Одессы, то не проблема приобрести эти маски. Они есть уже на сайте Makeup, я посмотрела. Цена у них, вот эта голубенькая, стоила... Я немного не помню, потому что на сайте Makeup цена не за один сашет, а, по-моему, за 7 сразу 400 с чем-то. Но я в любом случае оставлю ссылки на Makeup, на сайт, на голубую и на вот эту коричневую. Коричневая вообще 19 гривен стоит. На сайте Makeup в описании написано, что на один раз вот этого треугольничка должно хватить. Но консультант в магазине мне сказала, что от 3 до 5 применений вполне достаточно. В принципе, мне одного пробника всегда достаточно на несколько раз. Я не понимаю, там даже все говорят, да, надо продукта использовать очень много, чтобы его было достаточно, но... Понимаете, я просто аккуратно, наверное, его наношу, у меня нигде не капает, по рукам не стекает, и поэтому мне, наверное, хватает надолго. Так что сейчас мы в любом случае с вами все это затестируем. Я взяла специально две, чтобы очистить хорошо лицо и потом его, соответственно, успокоить, потому что я сейчас уже без макияжа, я смыла только что. Сейчас у нас вечер, все это делаю перед сном на ночь, как и рекомендуется. Сейчас хорошо попытаюсь проскобировать кожу и потом, конечно же, успокоить вот этой штучкой. Очень много обещано. Я описание тоже прикреплю где-то, чтобы вы видели, чтобы на этом не останавливаться. Я только что сама почитала. Что мне понравилось про baking powder, то, что она на основе соды, эта маска, и должна, не травмируя эпидермис, хорошо очистить его. Это очень важно. Ну и, конечно же, после этого кожу нужно как-то успокоить. Кстати, посмотрите обязательно этот влог, шопинг-влог с этого магазина. Я там не особо останавливалась, но я думаю, что я, когда будет такая возможность, я обязательно еще посещу этот магазин, потому что очень много всего интересного. Там даже есть маски Dr. Jart по цене 200 с чем-то. Мне казалось, что они вообще дороже стоят. Такие вот дела. Ну что, поехали. Сейчас я поставлю как-то телефон, чтобы вы видели до-после эффекты, чтобы свет правильно упал. Попробую, по крайней мере. Ну что, вот такой вот ракурс я смогла подобрать. Там сзади меня видно. Пока что вот так. Я сейчас подойду поближе, чтобы вы могли увидеть. Да, у меня очень много веснушек, свет не очень, но искусственный, потому что сейчас вечер, как я уже сказала, все эти процедуры рекомендуется, естественно, проводить перед сном, но тем более мы тестируем ночную маску. У меня в Т-зоне сейчас маленькие, даже такие не черные точки, какие-то, ну, в общем, наметки на них. Это все появилось после отдыха. Летом, я не знаю почему, я в принципе всегда хорошо очищаю кожу, но Т-зона — это такое стрессовое место у всех. Буду этой зоне уделять особое внимание. Плюс у меня есть покраснение, это опять же таки гормональный фон, дни цикла, девочки меня поймут. И с вами я не взяла ножницы. Сейчас возьму ножницы. Итак, наносить его нужно на очищенную кожу, то есть без макияжа, я уже все смыла. Даже прошло уже время.
Я начну совсем чуть-чуть сразу наносить, а потом по мере необходимости буду добавлять. Пользоваться этой масочкой можно 1-2 раза в неделю. Кстати, вот этой успокаивающей маски Pumpkin Sleeping Mask с тыквой можно тоже 1-2 раза. Странно. Давайте попробуем. Я сразу умоюсь водой, чтобы лицо было влажное. Так, и поехали. Здесь должна быть сода, я сразу на руку себе. Я вижу в нем, в принципе, соду. Я думаю, что начнем с такого количества. Вот так. Ну, в принципе, это где-то 1/3 сашета этого. Вот. Если не на все лицо, а только на эту зону, то, в принципе, этого должно вполне хватить. Вот такая белая густая масса. Чувствуется в составе сода. И запах, как и написано в описании, запах мяты и цитруса. После первого применения уже виден результат. Не такой прям вау, но в целом кожа по ощущениям очень очищена. А теперь переходим ко второй масочке с тыквой. И в описании к этому продукту написано, что она подарит свежесть прямо на следующий день. То есть, когда вы проснетесь с этой масочкой, кожа должна быть сияющей и бархатистой. Давайте же проверим, сразу ее нанесем, и я опишу свои ощущения в первую очередь, а потом с утра обязательно тоже покажусь вам, так что не переключайтесь, как говорится. У маски очень мягкая, нежная текстура, приятный запах, она легко распределяется и быстро впитывается, и буквально сразу же не ощущается никак на лице. Ну, то есть кожа напитанная, но никакого раздражающего липкого слоя не присутствует. Ну что, нанесла я вторую масочку. И я нанесла 1/3, выдавила. И могу сказать, что всего вот этого сашета было бы не то, что много, было бы чересчур много, потому что прям очень хорошо скользят, и кожа очень увлажненная. Так что действительно, его тоже хватит надолго. Ну, 3 точно применения, это прям вот с головой. По ощущениям вообще не липнет кожа. Очень такие приятные ощущения под пальцами, и кожа такая пружинистая, то есть, в принципе, ощущение мне очень нравится. И я думаю, что будет хороший эффект после нескольких применений от baking powder, потому что поры на вид стали чище. У меня сейчас, вот опять же таки, в связи с гормонами, это комедоны появились закрытые, или, может быть, это неправильное очищение, честно, не знаю, ну, плюс питание, не очень, ну, короче, я надеюсь, что хотя бы вот эти какие-то черные точечки, или я даже не знаю, как их назвать, в общем, с порами, я надеюсь, вот эта штучка должна справиться. Так что, в принципе, очень даже достойный продукт. По поводу второй масочки я вам скажу утром, вернусь к вам. Я подумала, тут будет лучше видно, но, наверное, нет. Даже, я не знаю, даже должен быть специальный свет, чтобы вы прям все увидели. Только веснушки и все. Но ощущение очень приятное. Состояние кожи с утра мне очень нравится. Я пока еще даже не умывалась, но вообще, даже сразу после нанесения этой маски, никакого липкого слоя не было. Впиталась очень быстро, поэтому я думаю, даже если больше средств нанести, оно впитывается очень быстро. И кожа такая даже немного детская после скраба и после этой маски.